Всем привет. Пожалуйста, купите что-нибудь с моим тегом инкогнито. Так, следующий щит на обзоре, это щит F. Щит F на обзоре. Так, показываю каркас. Каркас щита F. Так, вот начинаю сверху. Здесь, где черные будут ПВОшки стоять. Так, смотрим снизу. Здесь все поднято на 3 клетки. Будут шины стоять, потому что тут идут, будут громилы нападать. Нападать громилы, боссы. Тут, короче, будут НЛО нападать. На этот щит будут, короче, очень жестко нападать. Вот, поэтому тут нужна хорошая защита для него. Хорошая защита. Тут сверху у нас этот стоит. Дротики вот здесь будут по бокам. Шины. Одна вот привязочка и вот так. Так, вот здесь они будут идти, наверху шины. Так. Вот тут вот спамиться они будут. И вот так подниматься. Здесь будут их дамажить. Дамажить, дамажить. Все, на 3 клетки, здесь на 2. Ну, тут, я думаю, я шинами все застрою, подчистую. Здесь вот сокращено, но шины тут я тоже поставлю на всякий случай. Мало ли что вдруг. Так, здесь вот так вот сделано. Мало ли что, здесь они будут идти. Музыкалки будут поставлены. Так, надеюсь, эти стенки они не будут ломать или будут. Если будут, то, по идее, лучше продлить. Вот так вот лучше продлить, мне кажется. Давай-ка вот так, наверное, продление сделаем. Вот так, да? Да нет, наверное, я оставлю как было. Все-таки было лучше. Оставлю как было, пусть так будет. Да, все, пусть так будет. Здесь-то они сломают и пойдут. Так. Ну, вроде бы понятно. Буду по своим видео потом застраивать. Вроде бы понятно. Так, здесь смотрим. Здесь вот так вот. Тоже музыкалку поставим. Эти метеорит падает, он не ломает. Все у нас тут на 3 клетки сделано. Да, все на 3 клетки. Так, еще раз сейчас покажу. И вверх, и все. Потом ставить ловушки и... Все это будем тестировать, тестировать, тестировать. Проверять. Как это будет все проходиться. Все будем проверять. Ну все, я думаю, более подробно показал. Все, всем пока.